Всем привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке» New Life It's My Life. Сегодня микропродуктовая распаковка. Вернее, я даже распаковывать не буду, буду просто рассказывать. Вот таких сосисок. В общем, эти сосиски можно купить в магазине либо Food for Less, либо в магазине Smart and Final. В общем, что прикольного в этих сосисках? Ну, вернее, это даже не сосиски, скажем так, а колбаски. Вот. Захотели мы взять себе, сделать на гриле под певчанский и под картофель фри острые сосисочки и купили две таких упаковки. Одну упаковку мы распечатали, попробовали, и так как она открытая, она пошла в мусор. А эта упаковка пойдет на улицу, может быть, кто-нибудь ее подберет, и может быть, она кому-нибудь послужит. Как мы уже вам рассказывали, что в Америке есть тенденция выставлять на улицу не только вещи, но и продукты. В общем, скажем так, для меня это мексиканское блюдо, мексиканские колбаски. На них написано Red Hot Extra Hot, Extra Hot. В общем, по градуснику, вот который вы здесь вы можете видеть, они почти до самого верха, то есть они очень-очень типа острые, возможно, еще чуть-чуть острее, если градусник чуть-чуть выше поднять. То есть есть еще что-то, что мы уже пробовать точно не будем. В общем, они настолько острые. Мало того, эта острота еще идет с такой горечью. Но вот я не знаю, как это передать вкус. Но это горькое, не то что вот горькое, например, для нас невкусное, а это горькое острое. Просто потом надо заливать горло водой, заливать, я не знаю, там молоком, чем угодно. Такой пожар во рту начинается, что это просто смерть оккупантов. Нет, Антош, ты не попробуешь, потому что те, которые мы попробовали, они уже ушли, а эти мы открывать не будем. Ну, я не знаю, я никогда не ел красный острый перчик, вот как некоторые кушают такой тоненький. Возможно, что это детский лепет, в смысле перчик, детский лепет по сравнению вот с этими колбасками. Поэтому, если вы захотите остренького и не готовы съесть вообще острое-острое, будьте готовы к тому, что... Вернее, ну тогда вот я не рекомендую вам брать эти сосиски на испытание, потому что у нас они испытания не прошли. Они оказались очень острыми, очень горячими, очень горькими. Я не знаю, какие еще подобрать можно эпитеты к ним. В общем, просто мы даже не смогли съесть по одному кусочку. Ну и с другой стороны, если вы любите супер огонь во рту, то вот ищите этот бренд, покупайте. Остроты тут выше крыши. Вот такой маленький распаковочный влог, а вернее, можно сказать, описывательный, рассказывательный про сосиски. Могу сказать быстренько, что в них тут. Что в них? Жира 28%, 26%, наверное. Трансжира нету. Сахара меньше 1 грамма, протеина 2 грамма. Они содержат также витамин А, витамин С отсутствует. Витамина 2%, кальций 6%, железо 8%. Но написано, готовить можно на гриле, можно в печи. Вот. Ну, самое главное достоинство то, что это просто огонь и пожар во рту. Так, из суперзнаков, что у нас здесь из суперзнаков? Из суперзнаков ничего особенного нет. Ну, вот такие вот колбаски. Отключаем. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке» New Life It's My Life. Переходите на плейлист «Пробуем продукты в Америке». Там много распаковок, именно когда мы распаковываем, прямо пробуем, показываем, рассказываем. Делимся теми продуктами, которые можем рекомендовать, или наоборот не можем. Ну, а это даже не распаковываем. Пока.